Приветики, мои родные! Наконец-то у меня есть еще одно видео для вас. Давайте с вами распакуем мою кучечку посылочек. Так, начнем с пакетик пупырочка. Как всегда, огромное количество ленты. Я ее распаковывать, в принципе, не буду. Нет смысла, сами все прекрасно видите, что ее тут немерено, как обычно. Мои два гель-лака Урсугар. Все запаковано в отдельный индивидуальный пакетик. Мои любимые магазинчики, как обычно, все естественно с купончиком. Пришло ко мне вот таких два лака, что у меня здесь все сдвигается. Сейчас, мои крошки, сейчас мы глянем. Так, убираем наши пакетики, совсем они нам не нужны, сейчас я поправлю. Который не двигается абсолютно в разные стороны вечно. Так, ковричек, смотрим. Пришла ко мне такая красотища, девочки. Будем делать с вами выкраску. Какой-то уже кусочек я нашла, вот видите, кусочек чего-то. Не знаю, что это. Будем с вами делать выкраску, что это за лак. Так, номер 05. Похоже на кошку. Глянем с вами потом. Вот такой блестящий красавчик. Показываю вам. Урсугар тоже. Выполнение как обычно. Нет смысла уже говорить. Оно всегда вот такое. То есть я уже не один раз их показывала. Не все мне нравится в Урсугар, но в основном молодцы. Хорошо. Следующий тоже большой пакетичек. Опять пупырочка. Так, тут две я чуть не выкинула. Так, все вроде бы. Такие блестяшечки. Сейчас мы с вами глянем. Отдельный пакет, как всегда. Тоже, естественно, мои магазинчики. Я стараюсь, как бы, так получается. Смотрите, какая красота, девочки. Камера сфокусировалась. Вот такая красотища. Белые блесточки и мелкие, и крупные, и разные. С вами посмотрим. Я же не могу пройти мимо. Они очень красиво смотрелись у продавца, и я решила их заказать. В таком пакете, как всегда, 99 метров, пришел ко мне лак. Может, кто-то помнит, у меня было раньше в распаковочках маленький лачок. Термик. Born Pretty, да? А теперь у меня красавчик. Сейчас я его чуть-чуть опущу. Большой. Я такой же самый цвет взяла большой, девочки. Очень они мне понравились. Своими свойствами, да. Очень полный, видите, очень полный бутылечек. Вот такой красивый цвет. Красный должен быть. И как бы... Ну, в общем, девчоночки, будем делать выкраску. Посмотрим. Что-то я не поняла, что вроде как будто как они красные. Так, дальше это что у нас? Ага. Ленточки. Это Джун. Кричала полгода, что я не буду заказывать, но заказала. Да. Вот такая пластиночка. Бюджет. Доллар. Чуть даже меньше. Вот такая пластинка. Выкину тут пакетик долбанный. Серия BC. Ну, глянем с вами. Хочется же открыть, да? Давайте я сейчас найду, за что зацепимся мы с вами. Тут, наверное, вот здесь мы с вами зацепимся и глянем, что там у нас за рисуночки. Ну, гравировка ОБЦ, вы знаете, раз на раз не приходится. Бывает все хорошо, бывает полный конец. Так, выкидываю. Так, чуть-чуть она, конечно, выгнулась, но это, естественно, транспортировка, девочки, это понятно. Вроде так трогаешь, ничего. Да я знаю. Ну, протестируем. Здесь такие интересные рисуночки мне понравились тут. Я решила, думаю, что бы и не. Закажем. Бюджет тоже иногда работает хорошо. Дальше, следующая посылочка.
Так, это зеркало пришло. Не зеркало, вернее, а Аврора, русалка, да? Жумика. Ой, девочки, посмотрим, что это такое. Сейчас мы с вами глянем. Так, хотя бы навскидку. Ой, как запаковали-то. Чего себе. Ну, вроде да, вроде похоже. Видите, на пальце моем. Вроде похоже. По-моему, неплохой. Ну, будем тестировать, девчонки. Ой, тесты у нас будут, конечно, бомбические. Ну, сделаем, сделаем. Такая крепкая закруточка в этой банке. Я сейчас сложу, чтобы оно мне здесь не валялось. Не люблю, когда валяется. Так, мне так тут куча вечно лишнего. Следующая распаковочка. Смотрим наша посылочка. Так, это тоже Джумик. У меня куча магнитиков. Но я же успокоиться не могу. Мне же интересно. Сейчас мы с вами посмотрим. Помните, у меня двойные есть. Ну, как, не только у меня, они у всех есть. Ну, вроде как сильный. Видите, ножницы берет спокойно. Причем я болтаю. Никакой реакции. Спокойно мы тянем все то, что надо. Вроде сильный. Мы с вами его на кошечке и проверим заодно, кстати. Смотрим следующую посылочку. Ага. Ой, это моя потеряшка трехмесячная. Тоже Джун, корундовая фреза. Не буду ее распаковывать, в принципе, ничего тут такого нового. Белый корунд. Я ее в работе попробую, расскажу вам, если мне понравится. Ну, чтобы сказать очень и очень вах-вах-вах, я не скажу, девчонки. Это так, на любителя. Она же так 10 гривен, по-моему, на наши деньги стоила, я решила взять. Вот эта посылка, девочки, большая, смотрите. Кучка. Вот такой пакет, пупырочка, как всегда. Это тоже русалочка. Сейчас я ее разверну. Мне вот пришла такая кучка красоты. Тоже в своем любимом магазинчике. Я же вам уже рассказывала, что у меня в фаворах несколько магазинчиков. Они мне нравятся. Так, ну что ж, пробуем. Что это такое, как всегда. Мембранка так конкретненько закрыта, девочки. Так, чуть-чуть ее приподнимаем. Ну, сейчас посмотрим, что я могу сказать. Смотрите. Похоже, смотрите, прямо опутал. Ох ты! А по-моему, она будет круче, чем та. Посмотрите, девчонки. Видите? Мне кажется, она будет круче, чем та. Вот у нас как раз выкраска с вами будет. И вот на этих же типсах, или может на других, мы с вами глянем на вот эту русалку. Мне кажется, что это будет круче русалка. Сделаем с вами тест отдельный для них. Вот я вожу две русалочки. Мы, боже, смотрите, какая красота. Да? Блестят, блестим, блестям. Целая кучка. Так, девчонки, и вот такие штучки. Сейчас мы глянем, я уже не помню. Главное, заказывала, потом сама. Боже, что ко мне пришло, что ко мне пришло. А баночка. Но мне нравятся эти баночки. Сейчас мы откроем еще кулечек один. Сейчас мы глянем с вами, что это такое. Потому что, если честно, я сама не помню. Так, я сейчас сразу выбрасываю. Так, чтобы они мне здесь не валялись. Летает по всему столу вот этот супер коврик, который не должен летать. Так, а, все, я поняла. Девочки, это соломочка. Соломочка, ее очень огромное количество, девочки. Смотрите, не обалдейте от такого огромного количества. Посмотрите, ну что это? Совсем чуть-чуть, видите? Вот это все количество. Ну, протестим ее с вами. Она должна переходить в зеркалку. Ой, боже мой. Вот тут у меня чуть-чуть упало. По-моему, она перейдет, девочки. Все протестим. Здесь, наверное, такое же количество серебра. Ну, здесь как бы оно немножко как бы побитие, что ли, потрепание. И здесь ее немного больше. Все с вами протестим, девочки. Такие вот, о, смотрите, что у меня блестим. Все блестим.
Да, наверное, девчонки, она вотрется и будет зеркалкой. Ну, все с вами глянем в тестирование. Вот такая была у меня распаковочка. Вот мои товарчики все, да, распаковочка у нас бомбезная, товары интересные. Все у меня по всему столу. Ну, похоже, похоже, что она будет тираться. Ну, глянем. Ну, посмотрим в тестирование. Ну, хорошо, девчоночки, мои хорошие. Спасибо моим гостям, спасибо моим подписчикам, новым старым, очень приятно. Спасибо еще раз огромное. Люблю вас, целую, обнимаю. Мне интересно, куда исчез. Как обычно. Пока-пока. Все, спасибо за просмотр. Пока-пока, девочки.